Сегодня стало известно, что Центробанк отозвал лицензию Чебоксарского банка «Мегаполис». Разумеется, после истории с Чувашкредитпромбанком у вкладчиков возникло множество вопросов и опасений. Министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков пояснил, «Мегаполис» был участником системы страхования вкладов, поэтому выплаты возьмет на себя соответствующее агентство. Банк «Мегаполис» являлся участником системы страхования вкладов. Соответственно, на сумму страхового возмещения, то есть 100% наличия средств во вкладе вместе с процентами на одного вкладчика, на сумму, предельную сумму страхового возмещения 1 миллион 400 тысяч будут выплачены средства. Сегодня уже озвучены сроки, что до 1 апреля будет определен банк-агент и до 9 апреля начнется выплата. Вспоминая историю по Чувашкредитпромбанку, хотел отметить, что ситуация несколько поменялась. После вот того негативного события была законодательная инициатива на тот момент депутата Олега Алексеевича Николаева, нашего главы Чувашской республики, и депутата Аксакова. Был внесен законопроект, и он был согласован и принят в мае прошлого года и вступил в действие. Закон федеральный о внесении изменений в закон о страховании вкладов, где была существенно расширена категория тех, кто подпадает под закон о страховании вкладов. То есть туда были включены также малые предприятия, которые находятся в реестре, и некоммерческие организации в части благотворительных, религиозных организаций, товариществ собственных жилья. То есть здесь все-таки удар будет не такой сильный.